Семена цветов гипсофила. Однолетние растения можно размножить лишь семенным способом. Тончайшие разветвленные стебли образуют густое облако, которое словно мелкими снежинками покрыто цветами. За нежность гипсофилы называют дыхание ребенка. Растения в саду используют как дополнение или обрамление клумбы. Также она хорошо в срезке для украшения букета с более крупными яркими цветами. Высевают под зиму, непосредственно в открытую почву. При этом посев производят на учебную грядку. К следующему весеннему периоду растение окрепнет, и его можно посадить на постоянное место. Как указывает производитель, высота растения 90 см. Диаметр цветка до 1 см. Период цветения июнь-август. Приобрести этот товар и многие другие вы можете официально у представителя компании «Планета Агро». Все ссылки указаны в описании под видео.